удивить и покорить. Именно такую задачу ставили перед собой представители брестского предприятия «Брест-турист», занимаясь местными фортификаторами, подготовкой и разработкой нового краеведческого маршрута для участия в столичной выставке «Профтур-2016». Казалось бы, за долгие годы экскурсоводы смогли исколесить с гостями города над Бугом все знаковые места областного центра. Но, как оказалось позже, не все. Мы решили, что самым первым объектом посещения станет такой всемирно значимый исторический объект, как Брестская крепость-герой. Богатейшая история судеб, там перелеплись воедино в этом месте. Но мужество и героизм вышли далеко за пределы мемориального комплекса, поэтому наша главная задача сегодня – дать молодому поколению возможность проникнуться духом того времени. Доводилось ли вам видеть своими глазами настоящую военную форму солдат Первой и Второй мировой войн? Или собирать по мельчайшим деталям исторические карты и хроники? И что вы знаете о форте Литера А? Если на этот вопрос положительного ответа у вас нет, вам самое время вооружиться удобной обувью, хорошим настроением и в путь покорять исторические вершины. Мы находимся на форте Литера А. Это форт внешнего фортового пояса Брестской крепости, их было всего два. То есть пояс фортов, расположенный на расстоянии 4-5 километров от крепости. И второй пояс, который возвели непосредственно перед Первой мировой войной, расположенный на расстоянии 6-7 километров Бреста, так называемый литерный пояс, литерный, потому что обозначался буквами, то есть литерами. Это форт Литера А. 80 километров интересного путешествия равняются 9 часам адреналина и незабываемых эмоций. В рамках квест-экскурсии «Тайны крепости» ее участники открывают для себя неизвестные факты истории. Переходя по маршруту от пункта к пункту, выполняя задания по допризывной подготовке, отгадывая загадки, начинающие путешественники узнают еще больше об истории Брестского края, пополняя свой исторический багаж новыми знаниями.